У нас есть заболевшие в центре города, но теперь наши возможности в борьбе с Эболой гораздо шире, чем, к примеру, были в 2014 году. Рад сообщить, что вакцинация начинается сегодня. Это уже девятая вспышка Эболы в Конго. По данным ВОЗ, на 18 мая в стране зарегистрировано 46 случаев заражения, 26 из них с летальным исходом. 4 случая зафиксированы в городе Мбандака с населением свыше 1 000 000 человек. Это резко увеличивает риск распространения вируса. Власти Конго ранее заявили, что нуждаются в поддержке для предотвращения эпидемии. ВОЗ предоставила стране 1 миллион долларов из своего фонда непредвиденных расходов на случай чрезвычайных ситуаций.